Як ви думаєте, які ці зміни косметичні ми переживаємо в уряді Гончарука, котрий пішов, так, але курс залишив, чи Шмигаль – це реально нова людина, що поведе країну своєю дорогою? Сложно дати відповідь однозначно на ваш вопрос, поскольку, з одної сторони, ми бачимо некоторі процеси декоративного характера, то есть мы не видим по полноценной смену правительства. Но с другой стороны, мы видим серьезные институциональные улучшения. Допустим, я очень позитивно оцениваю назначение вице-премьера профильного по реинтеграции по оккупированным территориям. Мне, как человеку из Донецка, из Донбасса, всегда принципиально было, чтобы был какой-то межотраслевой орган, либо субъект. Вот Резников и вице-премьер соответствующий – это большой плюс. Потому что это не только касается неподконтрольных территорий, это касается вообще улучшения ситуации на подконтрольной территории, которой, честно говоря, никто не занимался последние 5-5,5 лет, включая полгода нового правительства. Там вообще люди были далеки от понимания того, где Донбасс находится в принципе. Вот. Но мне кажется, Резников – это кандидатура хорошая. Но есть много вопросов по Министерству культуры, Министерству экономики. Какое оно будет? И кто возглавит министерство, если оно будет, опять же, сельского хозяйства, будет ли разделение, как это будет происходить? Это ключевые направления. На сегодняшний день ответов нет. Вот я бы не хотел, чтобы здесь опять все было так декоративно. То есть привлекались люди непрофессионалы. Уманский, как сказал Суслов, действительно человек известный, профессионал, экономист, финансист мощный. Но и Макарова была человеком компетентным, но мы не увидели никакого улучшения. Мы видели войну Милованова и Макарова. От Милованов, низка інших міністрів відмовилися від роботи у команді Шмигаля. Очень хороший вопрос. Кстати, міністр культури, сколько я помню, теж відказався. І, по-моєму, міністр науки і образования відказав. Я искренне поддержал їх відказ, чесно скажу. Чому? Да, потому что я думаю, что эти люди очень сильно идеологически заангажированы. То есть их позиция идеологическая, особенно господина Мардянского, она явно идет вразрез с позицией лично президента. Потому что президент декларирует консолидацию общества, президент декларирует реинтеграцию Донбасса, президент декларирует улучшение ситуации на подконтрольной части региона, поиск консенсуса языкового, в том числе там, культурного, экономического. А многие министры в правительстве все делали, чтобы этого не было в принципе. Вот в этом-то проблема. То есть президент декларирует хорошие вещи. И большинство их людей, в том числе, я поддерживаю. Но вопросы с реализацией и в парламенте, в том числе, и в правительстве, они остаются, мягко выражаясь. Чому...